Так, друзья, всем привет, меня зовут Сергей, рад вас видеть на канале. В этом видеоролике хочу вам подробно рассказать, показать, как можно сделать своими руками вот такой теплый летний домик буквально, ну, за неделю. Также, кто хочет узнать побольше информации, более каких-то деталей, я призываю прям всех подписаться ко мне в телеграм-канал, потому что в первую очередь все публикуется там. То есть даже многие есть кадры, которые не вошли в этот видеоролик, они опубликованы там. Ну а вам, друзья, я желаю приятного просмотра. В этом видеоролике у нас все по порядку от А до Я, начиная с обвязки, заканчивая готовым вариантом. Так что поехали! Сейчас собрано основание. Основание собираем из пакета досок. Сначала крутим все саморезами 6 на 90. Вот они затянуты для того, чтобы максимально прижать доску, чтобы все было прям плотничком. Далее будем все пробивать гвоздями 90-ми, ершонами. Почему так? То есть основание у нас, то есть это перевозящий модуль. То есть и он должен работать как можно жестче, чтобы его можно было перевозить не один раз. То есть мы всегда страхуемся и поэтому крепежку не жалеем. Домик универсальный, очень удивительный, можно компоновать как удобно. В данном случае у нас будет одно большое помещение. Поэтому все увидите. Вот также завезли материал. Тут у нас имитация вагонка штиль, шпунтованная доска, вент-зазор. Там в домике есть пленки, кровля, подкладочный ковер. Вот на такие, кстати, саморезы мы крепим. Видите, имеет свободный ход. Это обязательно для того, чтобы максимально плотно сжать доску. Поэтому сейчас готовим обвязку. Уже все выставили в уровень. Сейчас добавим укосы, раскосы по низу. Закрепим саморезами, пробьем гвоздями. Дальше накрутим реечки. Заранее кинем обрешеточку. Потом будет сетка от мышей, ветрозащитная мембрана. И только потом будем собирать влаги пола. Едем дальше. Так, друзья, заранее мы заложили обрешетку. У нас все четко от крайней точки на центр доски приходит сетка от грызуна. Опять от середины до края приходит сетка от грызуна. Когда установятся лаги пола,
снизу прокрутится дюймовка к лагам пола. То есть мы делаем пирог таким образом заранее, чтобы потом не лазить, крепить сетку, ветрозащиту. Далее сейчас будем теперь следующим этапом натягивать сетку от грызунов, делать ветрозащитную мембрану и устанавливать лаги пола. Так, стоят у нас две стеночки, каркас простой, нижний лежень, верхний лежень, заполнение стоечки, тут у нас дверной проем, там оконный проем, еще пока не хватает бабышек, ну сюда может брусочек добавим для жесткости, там на ребро поставим как хедер. Две укосинки вешка спереди, сзади две вешки, укосы, каркас полностью расперт, также дополнительными укосами, чтобы все было хорошо стояло. Сейчас накидаем стропилку и соберем боковые стенки, левую и правую. Уже вид у нас изменится. Прокручиваем обрешетку снизу, постелили лист ОСБ, чтобы, как говорится, спинка чистая была. И спокойно по два самореза 51-х в каждую лагу. Таким образом обрешеточка плотно прижата, сеточка прижата. Все хорошо. Сейчас собираем стеночки боковые. Стропилку накидали, закрепили 6 на 90 саморезы и гвоздь 90. Потом подрежем, лобовую доску поставим, соберем небольшую арку. Левая стеночка будет глушняк, правая стеночка будет окошко 60 на 60 пластик.
Итак, друзья, давайте я вам расскажу, что у нас происходит. Домик затянут весь ветрозащитной мембраной. Уже по бокам и сзади сделан вентзазор. Вентзазор у нас тут дюймовочка, реечка 25 на 50. Дальше на крыше тоже вентзазор, такая же реечка. Далее обрешеточка 25 на 100 и 9 ОСБ. То есть кровля готова уже для укладки подкладочного ковра и гибкой черепицы. Но чтобы попасть прям идеально, мы сейчас притащили пару пачек имитации бруса. Это АБшка 16-я, 140-я. И сейчас заднюю стенку прям до самого верха зашьем, потом срежем и ровненько выставим капельник. У нас капельник металлический, 0,4, цвет серый. Ой, серый, цвет коричневый. Уже все. И поэтому сейчас начнем сначала с задней стенки и дальше уже будем двигаться поэтапно. Так, друзья, давайте покажу вам, как у нас идут дела. У нас готовый фасад в имитацию бруса сорта Б. Полностью зашиты все 4 стеночки. Сзади у нас есть капельник. Также на крыше у нас постелен подкладочный ковер и накрыто все кровлей коричневой сота. Сегодня привез деревянные уголочки, планочку переднюю. То есть уголки полностью закроются. Будет красота, вид отличный. Также у нас присутствует в фасаде вентзазор. Вентзазор 2,5 сантиметра, обтянутый ветрозащитной мембраной. Сейчас занимаемся внутрянкой. Растянули минимальную электрику. Поставили железную дверь, поменяли личинку. То есть заказчика будет хорошая личинка. Полы у нас 28-я шпунтованная доска сорта Б. Сейчас пока накидываем другой стороной, чтобы можно было ходить, доделать утепление, пароизоляцию. Выпустили электрику. Розеточка слева, розеточка справа. Тут у нас будет выключатель. Вверху коробка распаечная. И вот тут уличная розеточка. И там у нас есть снизу подвод электричества. Окна скоро приедут. Будет окошко 1,20 м на 1,20 м с открыванием. И боковое 60 на 60. Передатчик тоже почти собран. То есть нужны уголочки. Планочка, уголочки. Все выглядит аккуратно, красиво. Тут будет окошко обрамления и тоже торцевая планочка. Вот в таком формате, друзья. Пока крепим все на финишный гвоздик 16. Далее все уголки, углы, оконный проем, дверной проем прокрутим еще на желтые саморезы с рассверливанием, чтобы доска сидела на своем месте. А так все беленько, чистенько, аккуратненько. Вот сюда встанет уголочек, спрячет это все.
То есть тут у нас будет ровненько вот так заподлицо. Есть небольшой вынос, такая арочка обрамления 10 сантиметров, так что все отлично. Потихоньку трудимся, работаем. Как будет готов следующий этап, я вам все покажу. Так, друзья, давайте вам покажу, что у нас уже готово. Во-первых, мы поставили все планочки, торцевые планочки, капельник, то есть полностью крыша готова, окантовочки, уголки, все красиво, вот так выглядит. Сейчас занимаемся внутренней отделкой, сделали уже заднюю стеночку, сделали полы, постелили, чтобы пол не затоптать, то есть тут у нас спунтованная доска. Начали бить стенку, заднюю стенку сделали, вагонка штиль 110 АБ, и сейчас уже практически доделали потолок, вот осталось планочку одну закрепить. То есть все хорошо, все красиво, там будет у нас люстра, ну лампа светодиодная, там у нас розеточка двойная, и еще с этой стороны розеточка будет двойная. Вот так это все чистенько выглядит, беленько. Сейчас дойдем потолок, начнем оконную стенку и потом боковые. И будет все отлично. Бьем на финишный гвоздь 16. Красота. Аккуратно, красиво. Так, друзья, ну давайте подведем итог, пробежимся еще раз по материалам. Весь каркас, доска у нас 50 на 100. Она естественной влажности, но мы старались вытаскивать на стройбазе влагомером. Я мерил, чтобы вся доска была меньше 20%, то есть уже такая подсушенная. Ее меньше будет крутить, она меньше будет рассыхаться, все соединения будут плотнее. Обвязка из пакета досок, весь каркас, как и сказал, из доски 50 на 100. Все мощно стянуто саморезами 6 на 90 и пробито 90-ми ершонными гвоздями. Фасад у нас выполнен из имитации бруса, толщина 16 АБ, без покраски. Наличники тоже сделаны из имитации бруса. Окошко 60-е, 1,20 м на 1,20 м, открывается, откидывается. Установлена железная дверь. Железную дверь, на самом деле, я в смете писал до 15 тысяч. Мы катались и в зеленый магазин, и по месту до 15 тысяч тяжело найти более-менее качественную зеленую
более-менее качественную железную дверь. Эту дверку мы вытащили с Авито. Бывает, у нас по району кто-то продает. Цена ее была 9 тысяч, то есть мы ее забрали. Она толстая, утепленная, с ламинацией внутри. То есть это такая квартирная дверка хорошего качества. Купить такую, не знаю, 1025 будет стоить. Дальше у нас утепление десяточка. Тут утеплитель изовер. Ветрозащитные мембраны и пароизоляция снаружи. Ветрозащитная мембрана снаружи и пароизоляция внутри. На фасаде имеется вентзазор из рейки 25 на 50. Фасад крепился сначала на финишный гвоздь 16. Далее каждый отдельный узел прокручивался еще на саморезы оцинкованные. То есть это все углы с двух сторон. Это центральные ряды прокручены на один. То есть это делается для того, чтобы доска стояла на своем месте и при изменении влажности ее не крутило. А крыша у нас гибкая черепица, то есть пирог кровли также идет вентзазор. Сначала идет ветрозащитная мембрана, потом вентзазор, потом обрешетка, потом ОСБ 9 мм, потом подкладочный ковер, потом гибкая черепица, сота, цвет коричневый. Установлены все доборные элементы, капельник, торцевые планки и передняя планка. Сделана минимальная электрика, это буквально розеточка на улице, внутри две розеточки, выключатель света комнаты. Что еще? У нас также установлено боковое окошко, размер его 60 на 60, тоже открывается, откидывается. Сделан закладной провод под питание домика, там есть внизу розеточка, вилочка. Внутри у нас отделано все вагонкой штиль 110, сорт АБ и полы, шпунтованная доска 28 толщины. То есть такой хороший домик летнего, ну не летнего, даже межсезонного времени. Исполнение, потому что помещение маленькое, можно повесить конвекторок и даже зимой в таком домике спокойно находиться. Сколько такой домик стоит? Вот что вы видели, то есть мы стараемся строить как можно качественно, используя недорогие материалы, но выбирать лучше. Поэтому размер домика, ширина 2,40, высота 2,65, по длине можно играться 4, 6, 8, ну самое большое мы 8 строили. Можно, по-моему, до 10 растянуть, это перевоз габарит. Вот такой домик в таком исполнении мы можем построить от 300 тысяч рублей. То есть, в принципе, если кому интересно, мы строим в городе Можайск. Если вы хотите быстрый вариантик, когда к вам на участок приезжает, сразу ставится готовый домик, вы запитываете электричество и вы уже им пользуетесь, то есть в выходные уже можете оставаться, жарить шашлычок, отдыхать, выполнять какие-то работы. То есть мы можем вам предоставить. Все контакты есть в описании. Кому интересно, пишите. Стараемся, делаем как нужно, чтобы все держалось надежно, и я заверяю, что такой домик можно перевести не один раз. Да, он из дерева, но у нас довольно хороший крепеж, жесткий, усиленные саморезы, болты, то есть смело можно поднимать, переставлять, перевозить не один, второй, я думаю, до 5 раз вообще без проблем. Ну, мы максимум 3 раза переставляли, пока больше практики не было. Поэтому, друзья, сколько стоит такой домик по себестоимости, смело заходите в телеграм-канал, я там делал анонс, рассказывал, то есть, возможно, даже более подробно распишу смету, а также есть проект на этот домик, друзья. Кто возьмет проект, я бонусом закину смету, чтобы каждый для себя смог что-то подыграться, подобрать, потому что, опять же, регионы разные, цены у всех разные. А так, друзья, подписывайтесь на канал, напишите свой комментарий, поставьте лайк, поддержите, мне это будет приятно. Ну и поразмышляйте, что можно улучшить в бюджетном сегменте. Конечно, можно улучшить и полностью весь домик и построить и в 3 метра, построить по месту. Кому-то скажет, кто-то это неудобно. Но давайте спускаться с небес на землю и смотреть реалити. Каждый строит то, на что он тянет по бюджету. Хороший домик, хорошего качества. Косячков никаких не замечаю, а если еще поставить на 6 винтовых свай, 7 из 6, вообще проблем нету. Сделать можно потом террасочку, к лобовой привязаться навесиком и получить у себя на участке уже 5 на 6 метров. В общем, надеюсь, вам понравился этот выпуск, вам хорошего настроения, не бойтесь строить. Если нету времени, пишите нам, мы постараемся вам построить. Еще раз спасибо и всем пока-пока.